Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о двух новых репутациях, которые были введены в обновлении 9.1, а именно Кодекс Архивариуса и Легион Смерти. Само собой, хочется прокачать эти фракции побыстрее, чтобы получить новые уникальные товары и, возможно, заработать на этом какую-то голдишечку. К примеру, можно продавать контракты, и контракты будут покупать, потому что люди хотят получать эту репутацию дополнительно абсолютно всегда. Также можно купить 239 этим левела вещицу с новым гнездом господства. Вещи с гнездом господства сильнее, чем обычные вещицы, и хочется их получить как можно быстрее. В течение следующих 7 дней можно получать увеличенную репутацию на 10% с этими двумя новыми фракциями и не только. Виной тому ярмарка Новолуния, которая проходит каждый месяц, и начинается в первое воскресенье и заканчивается во вторую субботу месяца. Это действительно классно. Классно то, что в текущий момент мы можем воспользоваться этим бонусом и побыстрее достичь того, чего нам хочется. Трейдеры купят вещицы, голдфармеры купят какие-нибудь рецепты, на этом будут зарабатывать. Само собой, это классно. Что нам нужно для этого? А нам нужно прийти на Эрмонг Новолуния, купить билеты на аттракцион, на карусельку, и покататься на этой карусельке секунд 20. На нас настакается баф на целый час, и в течение следующего часа мы будем получать на 10% больше репутации. Сдавая дейлики, сдавая валюту, скорее всего, мы будем получать увеличенную репутацию. Это классно, это круто, и это не может не радовать. Также, если вы хотите получить еще чуть-чуть больше репутации, то те дейлики, которые вы взяли 3 июля, сегодня, в субботу, их лучше сдать не сразу, а в тот момент, когда вы получите бонус от ярмарки Новолуния. Это произойдет в полночь по серверному времени, то есть это получается в час по московскому времени, а дейлики можно делать до 10 московского времени утра. То есть хотите еще чуточку больше репутации, воспользуйтесь этим. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, сходите на ярмарку и полутайте этот бавчик, не забудьте о нем. А также не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!